области дзюдо. 8 октября – это Всемирный день дзюдо. Мои спортсмены, глубокоуважаемые организаторы, тренерский штаб, судейская коллегия и, конечно же, любители прекрасного вида спорта дзюдо. Позвольте мне поздравить вас с двойным праздником от лица управления спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета. Пожелать хотелось вам, конечно, крепкого здоровья, чтобы вы прославляли этот вид спорта и с достоинством представляли нашу страну на всевозможных спортивных площадках. Витебский областной комитетный центр Олимпийского резерва. Витебская из дежур профессора «Динамо». Аршанская из дежур профсоюзов. Липецкая из дежур профсоюзов. Витебская из дежур номер 3. И сборная команды Российской Федерации. Отлично. Не знаю, как первое.